Где кровь? Ее полностью откачали из тел. Жертвы находились в постели. Веки мужчины удерживались в раскрытом положении при помощи булавок. К губам было что-то прикреплено. Тело женщины находилось в его руках. Кто-то издевался над нашей дочкой. Найди его. Открытка пришла в редакцию газеты в Париже сегодня утром. И в Гамбурге, и в Будапеште. Он посылает открытку до своего приезда. Я думаю, что это был просто псих. Но это явно послание. Вот это. Поцелуй Родена. Данте и Вергилий в аду, Вильям и Бугром. Сатурн, пожирающий своего сына, Франциско Гоя. Они нашли пятую пару. Эпизод в Брюсселе был так, без смысла, я не думаю. Если есть связь, осталось ровно 4 дня до следующих трупов. Делай, что положено. Я буду делать то, что нужно. Что я крайне тебе не советую. У тебя был шанс. Я служу в полиции 30 лет, я в курсе, что это значит. Он может очаровывать, подстраиваться под ситуацию. Подобный тип убийц очень трудно охарактеризовать, почти невозможно. Но монстры остаются монстрами. Как ни пытайся их обуздать. В этом есть какой-то чудовищный смысл. Любовь, боль, смерть. Они не закончили. Искусство есть рано все озаряющее. Убийство по открыткам. В кино с 19 марта.